pateikt milzīgu paldies gimnazistiem, kuri ieguva godam godas vietas olimpiādas un zinātniskie pētniecības konferences. Skolēniem, kuri visus priekšmetus saņēma augstus vērtējumus, uzvarēja dažādas konkursus, piedalījās teātra festivālos, uzvarēja sporta sacensības un tādējādi rūpējās par gimnāzijas prestižu. Rīgas klasiskas gimnāzijas direktoru Romāna Alīva apliecība par izcilību. Полиной Дерябиной, Элизаветой Алайфелдовой, Александром Борисовым, Дарьей Ивановой, Данилом Борнику, Кристиной Ищенко, Юлией Семецкой, Катриной Коротовой, Сабриной Мальцевой, Айрисом Леменовой, Михаилом Рыжиковым, Кириллом Савоненко, Полиной Лугодоевой, Анастасией Шестаковой, Тимуром Парфеновым, теперь, дамы и господа, быстренько, так как уже были перечислены обладатели грамот, уважаемая Анастасия Боярская, подарки от родителей первой. Настя Боярская, прошу сюда, аплодисменты.